Глава Тувыш Албан Караулов в связи с ранним похолоданием в республике потребовал подключить отопление во всех населенных пунктах с центральным теплоснабжением. Вот что он написал в своем блоге. В Москве я участвую в важном обсуждении бюджетной политики на будущий период под руководством вице-премьера Дмитрия Казака. Между тем, прошу своих коллег обратить особое внимание на начало отопительного сезона по всей республике. Раннее похолодание должно стать поводом для незамедлительного пересмотра сроков запуска теплоснабжения в Ак-Довураке, Шаганаре и Хавуаксы, где отопительный сезон начинается обычно с первых чисел октября. Глава региона в телефонном режиме дал установку своим заместителям лично проконтролировать подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы. Три раза в день собирать и анализировать информацию из муниципальных образований. Как сообщает столичная мэрия, сегодня до конца дня подключат к теплу все многоквартирные дома Кызыла. О необходимости завершить растянувшуюся с 14 сентября процедуру подключения тепла к жилым домам шла речь вчера на аппаратном заседании правительства региона. Как сообщает сайт Кызылской ТЭЦ, совместно с городской мэрией и энергетиками с участием управляющей компании ИТСЖ были проведены выездные проверки готовности систем отопления многоквартирных жилых домов к отопительному сезону. Наиболее ответственными и исполнительными жилищными организациями оказались ЖУ-2, управляющая компания «Уют» и ООО «Сервис». Они получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, и их жилые дома были подключены к теплоснабжению в первую очередь. По результатам проверок в списках аутсайдеров по подготовке к зиме значатся управляющие компании «Тайга», «Чаян», «Сайзерал» и ООО «ЖУ Ангарский». Им были вынесены предписания, а выявленные замечания, необходимые для устранения, обозначены в актах. По состоянию на 25 сентября 2017 года из 396 многоквартирных домов паспорта готовности получили около 100 жилых объектов, и в них подключено тепло. Что касается остальных, то тепло поступит в течение 2 дней. Что касается муниципалитетов, то отопительный сезон в поселке Хавуаксы начался 18 сентября. В Ак-Довураке и Шаганаре начнется 28-го. Это раньше обычных дат начала отопительного сезона, который традиционно начинался в этих муниципальных образованиях в первой декаде октября. С понижением уличной температуры и отсутствием отопления в домах Кызыла число заболевших гриппом и ОРВИ растет. Согласно статистическим данным, гриппом холодное время года заболевает каждый третий житель Кызыла. Однако стоит помнить, что не всегда заложенность в носу и насморк – признаки простуды. Заложенности носа бывают и воспалительные процессы, бывают аллергические процессы проявления. Но чаще всего, конечно, риносинуситы встречаются, то есть это они, как и по статистике, 80% заболеваний идет респираторные вирусные инфекции, после чего происходит осложнение в виде носоглоточных вот этих нарушений. Чаще всего это, конечно, синуситы. Схемы лечения сейчас нашими медико-экономическими стандартами предусмотрены, и поэтому лечение, конечно, различное. То есть в зависимости от состояния человека, от длительности заболевания, насколько долго человек болеет. И схемы лечения, они как бы идут стандартные, и поэтому просто все отходим от человека, что происходит. В рамках обсуждения проекта программы формирования комфортной городской среды жители микрорайона Южный Кызыла проголосовали за реконструкцию улицы Ангарский бульвар и создание в этом микрорайоне зеленой зоны. При поддержке правительства Тувы во взаимодействии с Министерством дорожно-транспортного комплекса республики разработана проектно-сметная документация реконструкции. Сегодня начались ремонтные работы дорожного полотна по улице Ангарский бульвар. В связи с чем внесены временные изменения в схеме движения автобусных маршрутов, проходящих по этой улице. Это касается автобусов общего пользования категории М2 и М3 по маршрутам 6, 6А, 4, 4А, 9, 12, 14, 15, 18 и 19 с улицы Калинина на улицу Московская. Период проведения ремонтных работ с 26 сентября по ноябрь этого года. Работу будут вести за счет регионального дорожного фонда. В 35-м детском саду Кызыла с самого утра готовятся к приходу гостей. Сотрудники дошкольного учреждения в преддверии Дня воспитателей поздравили своих коллег с праздником. По традиции в детском саду проходят торжественные мероприятия, утренники и концерты. Много праздников, праздник! День учителя, день космонавта. Но сегодня мы празднуем особый день, день воспитателя и всех дошкольных работников. Педагоги вкладывают много сил, чтобы воспитанники получали здесь все необходимое для развития. Музыкальные развлечения и праздники в детском саду проходят весело и интересно. И результатом таких занятий стало поздравление от детишек. Детский сад, детский сад, это домик для ребят, это домик для души. Здесь играют малыши, детский сад, детский сад.
Также своих коллег поздравила и директор детского сада Оксана Камбо. Грамотами и благодарственными письмами были отмечены лучшие работники дошкольного учреждения. Почетной грамотой дошкольного образовательного учреждения награждается воспитатель лечевой группы Мангуш Алима Маршаловна. Сегодня в России в должности вторых мам трудятся десятки тысяч дошкольных работников, показывая детям положительный пример отношения к людям, животным и природе. Снова на работу нас утра. Снова мы оторваны от дома. Снова нас печалит детвора. Конкурсы, поделки, выступления. Профессия воспитателя достойна уважения. Несмотря на высокую ответственность за каждого малыша, работники детских садов ежедневно развивают в каждом ребенке лучшие человеческие качества. Напомним, что День воспитателя ежегодно отмечается 27 сентября. Дата торжества не была выбрана случайно. Именно в этот день, в 1863 году, в царской России был открыт первый детский сад. Обеспечить повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума в два этапа президент России Владимир Путин поручил правительству. С 1 января 2018 года до 85% и с 1 января 2019 года до 100%, сообщает «Российская газета». Кабмин также должен внести соответствующий законопроект в Госдуму вместе с проектами закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Срок – 10 октября. 30 октября нужно утвердить и реализовать план мероприятий по совершенствованию законодательства и функционирования государственной информационной системы ЖКХ. Особое внимание Владимир Путин указал обратить на целесообразность уточнения лиц, на которых возложены функции заказчика и оператора такой системы, определение источников и порядка осуществления финансирования работы системы, уточнение сроков и состава обязательной информации, подлежащей размещению в системе и реализации с учетом принятых решений пилотных проектов, а также необходимость обеспечения защиты персональных данных. До 15 ноября правительству предстоит принять меры, направленные на исполнение федеральными органами власти, собственниками помещений в многоквартирных домах, обязанности по уплате взносов на капремонт. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 57 копеек, а евро 68 рублей 56 копеек. Часто болеете и простужаетесь? Слабый иммунитет? Выход найден. Солевая пещера Ассоль. Морской курорт в двух шагах от дома. Наш адрес Калинина 3/3. Увидел? Понравилось? Купил? В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0036. Так встраиваемый духовой шкаф «Горение» всего за 653 рубля в месяц. РБТ.ру. В Туве сотрудники ДПС пресекли факт покушения на сбыт более килограмма гашиша. Так, в рамках оперативно-профилактической операции МАК-2017 22 сентября около часа ночи в ходе несения службы инспекторы ДПС на улице Шоссейной села Усть-Илегист остановили автомашину марки ВАЗ-21124 под управлением казалчанина 93 года рождения. В ходе проверки документов и досмотра транспортного средства сотрудники полиции обнаружили и изъяли 400 фрагментов вещества с признаками наркотического под передним пассажирским сиденьем, как выяснилось, принадлежащих пассажиру автомашины. Согласно справке об исследовании экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Тыва, изъятое вещество является гашишем общим весом более килограмма. По данному факту следователем межмуниципального отдела МВД России Кызыльский возбуждено уголовное дело. В рамках возбужденного дела проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Упордор Енисей информирует о закрытии движения для большегрузного транспорта на трассе Р-257. С 25 по 27 сентября в районе поселка Ародан Красноярского края введено ограничение движения транспортных средств, одноосных и двуосных большегрузных транспортных средств без цепей противоскольжения. Причина – неблагоприятные погодные условия с возможностью продления ограничения на период обильных снегопадов. По прогнозам синоптиков, на Буйбинском перевале снегопад будет продолжаться до 1 октября.
Команда из Тувы приняла участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов «Пара Крым-2017» в Евпатории. Соревнования проходили на стадионе Центра спорта «Эволюция», где прошло и торжественное открытие. В рамках фестиваля около 500 человек из 65 регионов России соревновались в 5 спортивных дисциплинах – легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг и дартс. По итогам командного зачета первое место заняла команда из Челябинской области, второе – коллектив из Иркутской области, третье – представители Санкт-Петербурга. Участники из Тувы заняли призовые места в личном первенстве. Ариана Хертек завоевала бронзу в беге на колясках на 100 метров. В этом же виде на 400-метровке участвовала Кармела Мангуш, мастер спорта России по стрельбе из лука, среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Чембак Хенделен занял 5-е место в теннисе, а Кыргыз Чалым – 9-е место в пауэрлифтинге, подняв штангу весом 70 килограммов. С 22 сентября в Туве начались акции в честь Дня Енисея – экологического праздника, учрежденного главой республики Шалваном Караулом в 2012 году. В рамках программы уже состоялись конкурсы фотографий, вечер поэзии, книжные выставки, показы фильмов, посвященные Великой Сибирской реке, которая рождается в Туве. День Енисея будет отмечаться в республике до 30 сентября, сообщается на сайте правительства Тувы. Его продолжат интернет-викторины, круглые столы, субботники по очистке берегов не только Енисея, но и его притоков. Венчает экологический праздник велопробег по многокилометровой дорожке, проложенной вдоль реки, и флешмоб «Мы любим Енисей» у центрального монумента архитектурного ансамбля «Царская охота» обелиска Центра Азии. В ближайшие сутки местами по республике Тыва ожидается переменная облачность, небольшой снег, ночью гололедица. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Местами порывы до 12 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 градусов, ночью минус 3, минус 5. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки. В Туране и Ороданне пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром минус 4, днем минус 2. На Полке погода облачная, без осадков, ветра нет. Температура воздуха утром минус 6 градусов, днем плюс 2. В Танзыбее облачная, без осадков. Температура воздуха утром минус 6 градусов, днем плюс 2. По всей трассе проезд удовлетворительный.